да. Спасибо вам большое за внимание. Ну, жизнь моя, конечно же, очень изменилась. Я стала намного спокойнее, да. Вокруг меня такие приятные люди. Домашка, на которой мы собираемся. В общем, ну, благодаря Богу, конечно, очень много произошло изменений. Очень много изменений. Я как-нибудь, может, подготовлюсь, может, не подготовленная, да, что-нибудь... Да, и расскажу, может, какие-то свидетельства такие вот, которые произошли в моей жизни, такие конкретные, реальные. Но все, слава Богу, идет пока, да, все, слава Богу. Спасибо огромное, да. Давай, мы тебе вручим. У нас просто дефицит Библии, мы видите, как вручаем. Библиями не разбрасываемся. Да, слава Богу. Ну, да. Да, Оля как-то подошла, говорит, у меня желание больше приготовить. Я говорю, подожди. Я говорю, подожди, давай будет случай подходящий, мы тебя попросим. Да, так что слава Богу. Да, я пропустила. Сережа, мы рады вас видеть супругой. Да, давайте поприветствуем. Их давно не было, да. Я смотрю на его сториз в Грузии, уже хочу в Грузию, да. Все хорошо, хорошо съездил. Вы вместе ездили ли, Тедди? Один, да. В следующий раз поедем уже компанией после таких сториз. Да, мы рады поприветствовать Пермяковых, родных, дорогих. Всегда рады вас видеть. Первый раз у нас, первый раз, да, вы пришли? Да, встаньте, мы на вас красиво и посмотрим. Как вас зовут? Юля. Ну, Юля уже говорит, давно ходит на молодежку, про нас уже все знает, только мы ее не видели. Давайте поприветствуем Юлю. Мы рады вас видеть каждый день. Ну, в смысле, каждое воскресенье. У нас каждый вторник и пятницу в 6:30 утра молитвенное собрание. Недолго, 30, максимум 40 минут. Поэтому, кто рано встает, добро пожаловать. Кто рано не может пока вставать, в среду у нас в 7 часов молитвенное служение, добро пожаловать. В пятницу вечером у нас домашние служения, в субботу у нас вечером игры, приглашаем неверующую молодежь. С утра подростковое служение, да, домашняя церковь для подросткового служения. Ничего не пропустила? Вторник разбор, да, Библии. Мы в следующий раз просто все вывесим, да. Мы раньше вывешивали, потом перестали. Надо возобновлять эту практику. Ну, слава Богу, да, слава Богу, что мы живы. Вы знаете, мы недавно размышляли, где-то, правда, войны, где-то ураганы, землетрясения. Слава Богу, что Бог нас хранит. Слава Богу за Болгарию, да, мы молимся за Болгарию, за правительство. За те земли, откуда мы пришли, мы тоже каждый молимся, благословляем их. И слава Богу, что мы живы. Да? Давайте мы встанем. О, за финансы, да, помолимся за финансы и потом апостольский символ веры прочитаем.